В новом учебном году Старогородковская специальная школа имени Фурагиной преобразилась. Здесь отремонтировали и оборудовали классы и кабинеты, обновили санузлы, изменили цвет стен, закупили новую мебель. Депутат Совета депутатов Одинцовского округа Владимир Веницкий проверил качество капитального ремонта учебного заведения. Кроме того, на встрече с коллективом рассказал о планах Московской области в сфере образования.